30 февраля 2019 год. Мероприятие с озвученным названием в интернете, по крайней мере, доллар по 8, метро по 5. В общем, назад в будущее. Да, повысили метро, стоимость проезда в Харькове на целых 60% одномоментно. С 5 гривен до 8. Люди не в восторге, мягко говоря. Ну, может, будут и собираться здесь протестующие. Пока что-то не густо.